Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1336. События дня. Псалом 72:25. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого, отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. За 13 августа 2019 года. Вот объявление. Можно курсором останавливать и считать. Для чтения этого достаточно времени. И вот переписка.
притормозить нужно и считать, если интересуют, есть важные сведения, толкования. Это можно посмотреть, открыть заметки в Одноклассниках, вот русская народная линия.
Вот так столь много переписки было, и все поставил сюда. Во вторник должен был выехать Игорь в город Барабаш. Он остался здесь. У него сейчас начался период уборки урожая. Горох собирает. Это я снял, ездил на комбайне, как тут разгружают. Мы тоже у себя, Володя сеял, горох собрали на палатку на одну. Чтобы не молотить, решили отвезти барабашам на комбайн. Но потом сказали, говорят, тут у вас много травы, и комбайн-то может засориться. Мы обратно все увезли. И бобы убрали, и лук в вязанке. Не в ящике хранить, а именно в вязанке. В чулане хранили раньше сухо, и не пропадал он. Вот день и прошел. А утром ездили на рыбалку. Последний день загования было. Сетью ловили 49 карасей. По нашим размерам как раз больше. Они вырастают до 1,5 килограмм. 34 сантиметра длиной бывают. Живут 10-15 лет. Золотистый карась называется. Ну, наши ресурсы показать. Вот мой мир. И вот как выглядит. Тут я в шапке, а где с голубем в руках, это просто контрольный. Вот Василий Иванов, вот фотографии нету. И ссылки какие-то делают. Вот гляну, что он тут присылает. Ну вот, опять эта ссылка просто, заходи. Вот я никогда не захожу. Уже говорил, Людмила Севастьянова что-то тут написала. Богу за все. Слава. Вот так. Анастасия Зонова. Это я прям сразу сходу открываю. Сейчас здесь. Слава Христу. Вы всегда в наших молитвах. Вот они в Горном Алтае живут. Николай, Анастасия, сын Евгений. Вот показал мой мир. Выйти надо на почту. Ничего тут больше нету. Это вот мой православный форум наш. Православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Ну, что только Златоуста поставил, и события дня. Ну, и большой наш православный библейский сайт. Вот на этом все. С Богом.